Это баллада о побратиме. Побратим Вадим Викторович Бурага, правый летчик с Ми-8, погиб, сгорел живьем при обстановке минирования караванных троп с воздуха в богом забытом углу, на который даже карт не было. И вместе с ним погиб, получил тяжелые ожоги, но уже в Ташкенте его КМС-ка майор Балабанов Виталька. Тот прожил чуть дольше. От ожогов тоже умер. Песня посвящается ему. Мы ошиблись в расчетах. Их было 500, а не 200, как нам сообщали. В кишлаке Фаргамудж весь второй батальон пулеметами духи зажали. Отсекли БТРы огнем РПГ, два из них подорвались на минах. Залегли наши роты, припали к земле, и осколки плясали на спинах. Справа-слева здесь кто? Черт их всех разберет. Хуже нету такой заварухи. Из мечети вдоль улицы бьет пулемет, и визжат озверевшие духи. Время 20:00, надо что-то решать. Скоро ночь наши шансы урежет. Без колес и брони нам кольцо не прорвать, а они нас теперь не поддержат. Страха не было, только вселенская злость и расчет на везенье любое. Я потом уже думал, а если пришлось затыкать пулемет тот собою, да, наверное, б смог, ошалев от тоски, если смерть так уж лучше с почетом. Только вдруг души долетел от реки так знакомый напев вертолета. А мы ведь знали, вертушки на базу ушли за высокие горные гряды. По какому приказу вернулись они, да еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам, взорвался эфир баритоном охрипшим комбата. И взметнулся распоротый Нурсами мир, и в атаку поднялись ребята. Дальше все как по нотам. Было время, и был ослепительный час. Все отмечено в справках и сводках. А старлей вертолетчик, что вытащил нас, оказался моим одногодкой. Да еще москвичом, эх, кругла же земля. Побратаемся, что ли, ей-богу. Два осколка засели в руке у меня, а его угораздило в ногу. Мы по капельке крови смешали в стакан и добавили спирта с водою. А начальник разведки, седой капитан, был при этом при всем тамадою. Это глупым покажется вам издали. Мол, с ума что ли там посходили? Но мы традиции сами слагали свои. Жаль, что нынче о них позабыли. Мы потом не один еще прожили бой. Все мы жили боями в Афгане. Я в Россию. Извините, я знаю. Просто. Я в апреле в Россию вернулся живой. Он сгорел в сентябре в Бадахшане. На гранитном плите между цифр тире и слова, выполняя задание. Я сюда каждый год прихожу в сентябре с побратимом моим на свидание. Так теперь и живу, не боясь ничего. Может быть, за себя, может быть, за него.